А где мы оказались? А в каком мы сегодня городе? На днях дети-сироты из Нижнетагильского детдома номер 1 побывали с большой экскурсией в областном центре, куда их пригласил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Дети побывали в храме памятники на крови, в музее святой царской семьи, в культурно-просветительском центре «Царский» они послушали выступления своих ровесников из архиерейской певческой капеллы «Актоих». Посмотрели юные тагильчане и экспозицию в одном из лучших интерактивных музеев мира в мультимедийном парке «Россия. Моя история». После всего этого владыка Евгений встречал их в епархиальном управлении как своих старых друзей. И пусть никого не смущает разница в возрасте. Еще относительно недавно, когда нынешний митрополит возглавлял Нижнетагильскую кафедру, он лично духовно окормлял этих детей. И сейчас, всякий раз, когда дела приводят его в Тагил, он обязательно навещает детский дом номер 1. Ну а это, можно сказать, их ответный визит сквозь непогоду. За то, что не было солнца, за то, что шел снег, за то, что было мокро. Поэтому мы вам привезли солнечного зайца. В конце визита детей ждало скромное по случаю Великого Поста угощение в рабочем кабинете владыки, за которым они поделились массой впечатлений от поездки, внимательно выслушали духовные наставления и пожелания достойно подготовиться к светлому Христову воскресению.